Своим преображением Засвежский район города обязан программе реновации жилья. На улице Автозаводской сейчас строится 9-этажный дом, куда будут переселены жители из ветхого жилья. И эти старые двухэтажки, изначально построенные для работников Ульяновского автомобильного завода, будут снесены. Сносится 6 ветхих домов и где-то порядка 3500 квадратных метров. На этом месте будет строиться 6 тоже домов, это порядка 25000 квадратных метров. Вот из того, что сделано, 2 дома уже сданы, это третий. У нас по плану отведено здесь 2 гектара земли. Сдача очередного дома планируется в первом квартале 2018 года. Кроме того, в этом году будет заложено строительство еще одного дома. Даже внешний вид улицы Автозаводской меняется, преображается. Программа отчасти и направлена именно на этот момент тоже, потому что уровень благоустройства, внешний облик города, районов – это очень важно. Комфортная среда, она играет очень важную в нашей жизни нынешнюю роль. В новом микрорайоне Юго-Западный проживает около 30000 человек. Вопрос с дошкольным образованием детей уже решен. Здесь построено 2 детских сада. Сейчас идет строительство новой школы, рассчитанной на 1000 мест. Последняя школа была построена в городе в 87 году. И долгое время, на протяжении уже десятилетий, школы не строились в городе Ульяновске. И сегодня та экономическая политика, которая проводится на территории Ульяновского региона, дает возможность нам подойти к этому вопросу. На сегодняшний день возведен первый этаж. Ведется кладка на втором этаже. Выполнены все необходимые строительно-монтажные работы. Кроме того, прорабатывается содержание новых образовательных учреждений. Прежде всего, конечно, мы работаем над тем, чтобы это была школа полного дня. Потому что мы понимаем, насколько важно всестороннее такое развитие ребенка, который приходит в школу и весь день проходит в школе. Это особый режим, это особые педагоги, это особый график работы всего педагогического коллектива. По плану объект будет сдан в эксплуатацию с 1 сентября 2018 года. Все работы идут по графику. Наряду со строительством новых зданий в Засвежском районе продолжаются и ремонтные работы. Например, идет реконструкция Дома культуры «Строитель», построенного в 60-х годах прошлого века. В настоящее время здесь работают более 30 человек. В 23 клубных формированиях занимаются около 500 посетителей. Здесь требует ремонта эта система отопления, система водоснабжения, водоотведения. Электрика вся, ее необходимо, конечно, тоже отремонтировать. Зрительный зал. Все это в планах, все это будет обязательно сделано. В этом году будет отремонтирована кровля и сделана входная группа. Работы планируется завершить в 2019 году, на год раньше установленного срока. Коррективы в график ремонта Дома культуры будут внесены при утверждении городского бюджета на следующие 2 года. Эльвира Зямалова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.